Вот что есть в этой широте и долготе в этом месте, чего не отнять, так это закаты. Они просто, ну, они офигительные. Они очень хороши. Они ничем не хуже, чем закаты на островах каких-нибудь типа Мэно, Траванган, Гили. Они ничуть не хуже, чем закаты на Улувату. Они ничем не хуже, чем закаты на Пениши. Ну и еще в некоторых местах, в которых я встречал закаты. Они очень хороши.